Друзья, всем привет! Из Гомеля вышел. Я вот из такой вот клиники сделали мне операцию. Чувствую себя прекрасно. Ночь переночевал. Все прекрасно. Но показать себя не могу по понятным причинам, потому что морда вся синяя, как у бомжа. Два фингала под глазами, весь обмотан, перемотан. Итак, посмотрел, в телефоне сейчас посидел и говорю по памяти, что я надыбал. Итак, Кёльн принимает Бохум. Сегодня пятница. И по традиции мы ждем Тоттенхэм меньше трех. Германию обе забьют. И Кёльн победа. Бохум на последнем месте, совершенно безнадежный аутсайдер, все проигрывает, и Кёльн здесь просто должен побеждать. Но у них очень много в их статистике того, что они не часто играли в товарищеских матчах, поэтому здесь какие-то угловые фолы я бы не стал брать. Ну, фолы, наверное, Бохума, скорее всего. Чемпионат Испании. Кадис принимает Хетафе, это соседи по турнирной таблице, небольшой отрыв у Кадиса, они стоят чуть выше. И Хетафе последнюю игру сыграл прямо на супер тотал больше 4-2. Мы знаем, что это команда такая минималистическая, как и Атлетика. Но иногда на них что-то находит. Поэтому тут я не жду много голов. Хетафе, я думаю, плюется в гостях. И Хетафе, как правило, выигрывает по фолам и по желтым. Но пару раз было, что у них ничья и по желтым, и по фолам. Было у них и 8 желтых. Поэтому я думаю, в этой игре просто Хетафе двойной шанс по желтым и по фолам. Следующий Лиль, Лион, Франция. Лиль стоит выше, у Лиля шанс побороться за призовые места. Лион уже на 10 месте, его уже, как говорится, ничего ему не нужно, поэтому 4 из последних они сыграли в ничью. Я думаю, что здесь двойной шанс на Лиль, хоть там и небольшой коэффициент, они им не проигрывают. Но и не факт, что выиграют, поэтому вот такая вот расстановка, не полезут уже в эти... Ну, мы знаем, что во Франции часто удаление. Мы знаем, что Франция это обе забивает, что гости забивают первыми. Порту и Штарил. Здесь все предельно ясно и понятно, потому что Порту играет уже 14 числа с Интером в Лиге Чемпионов, по-моему, они играют. И со Штарилом все последние 5 матчей закончились сухую. То есть Порту выиграл 5-0, ну, там 4-0, 3-0, 2-0. Поэтому я думаю, с форой минус полтора выиграет Порту. Больше трех, наверное, Порту не будет забивать. Зачем он тратит силы? Скорее всего, Порту все решит во втором тайме. Скорее всего, первый тайм больше полтора. И по аналогии, значит, минуточку, этот Интер едет на выезд в Специю. Также Интер просто здесь победа, но не будет больше трех голов у Интера, потому что им играть Спорта, повторюсь, 14 числа. И последний матч у нас на сегодня — это Сочи-Оренбург. У Сочи Бердыев тренер, я думаю, просто победа Сочи 1.80 дают. Но кто хочет подстраховаться с форой 0 там...